Итак, дорогие друзья, всем привет, hello, bonjour, бутертов, доброго ранку, всем привет. Вот так мы сделаем. Так, смотрим, где же наши участники занятия? Что-то пока никого. Так, никого. Вот, Георгий Нивня пришел, Вера Перлина, шалом, шалом, всем шалом. Олег Марголин, Олег Чудиевич. Все, все пришли. И можем начинать. Можем начинать. Все, в Инстаграме у нас есть целая аудитория новая. Сергей Понтус. Сергей, привет. Как дела? Изучаем мудрость царя Соломона. Кто еще в Инстаграме? Кременчуцкий Дмитрий. Хэппи Мэн. Шалом. Хэппи Мэн, помахать. Все, всем помахали. Все, дорогие друзья. Мы продолжаем изучать великую мудрость царя Соломона, мудрейшего из людей. И мы находимся в 29 главе, 29 глава, 11 отрывок. Мы почти заканчиваем. Анна Яманова, шалом, Анна. И значит, мы находимся в конце уже книги Мишли, притчи царя Соломона. И с Божьей помощью, уже скоро мы ее закончим, 31 глава, это конец. И я готовить буду книгу тогда, Блинедер, к изданию. Хочу в этом году до Роша Шана издать двухтомник «Притчи царя Соломона». И однотомник у меня уже издан, но я хочу переиздать в России таким большим изданием. Прям сделать трехтомник, мощняк такой, прям вообще дать мудрость царя Соломона. Великая мудрость, самая большая мудрость в мире, которая только есть. И мы сейчас изучаем 11 отрывок. 11 отрывок, 29 глава, звучит так. Коли рухо йоци псиль, вехакам беахор ишабхена. Значит, дословно переводят на русский язык этот отрывок следующим образом. Что коли рухо, весь дух свой, йоци ксиль, вытаскивает из себя ксиль. Ксиль – это грешник по вожделению. То есть человек, который знает, как правильно надо жить, по божественным аксиомам, но он не живет так, потому что его вожделение, его желание сильнее, чем его разум. Так написано, весь дух свой вытаскивает из себя вот этот грешник по вожделению, вехахам, хахам это мудрец. Мудрец это не цадик. Значит, чем отличается мудрец от праведника? Мудрец знает, а праведник выполняет. То есть мудрец это еще не значит, что он поступает по мудрости, как-то, я помню, застали то ли Аристотеля, то ли Сократа, то ли Платона. Кого-то из них застали, ну, как-то ученики увидели, что он с кем-то, с мужчиной совокупляется. И они удивились, говорят, как же ты такой вот духовный человек, а так же так поступаешь. А он говорит, послушайте, говорит, одно дело то, что я понимаю и знаю, другое дело то, что я делаю. Это разные вещи. Если я... Слышал, учитель геометрии не должен быть треугольником. Вот, и он ответил, что как метафора, тоже притча, он ответил, учитель геометрии не должен быть треугольником. То есть он говорит, я понимаю, как правильно, но как бы, что я могу сделать, если хочется, да? Так вот, хахам, он знает, как правильно, и он написано «Беахор ишабхена». Он сзади ишабхена, значит, это очень интересно, как переводят это слово. Вообще, швах – это... похвала, но здесь это переводится в другом значении. И Шахена, он как бы останавливает, он сзади останавливает. Значит, что такое, вот если читать без комментария, вообще непонятно. Что значит вот этот вот ксиль, он вытаскивает весь свой дух, а мудрец, он наоборот останавливает. Что он останавливает? Теперь мы должны понять, как работает мозг. Как работает мозг? Значит, у человека внутри есть хранилище информации. Хранилище информации на жестком диске, куда попадают все события в жизни, которые приносили ему удовольствие. И там же внутри у него существуют его потребности, которые, одна из которых главных, это потребность размножаться, физиологические потребности, кушать надо, спать надо, все это надо. И все это вместе называется его подсознание с вот этой вот естественной, то, что называется естественной системой. Это все называется злое начало.
То есть в религиозном мировоззрении вот это вот животное автоматическое нагромождение потребностей и воспоминаний – это животное начало человека. То есть почему оно животное? Потому что оно двигается само по себе, и оно автоматически работает, как работает у животных. То есть это запрограммированная такая биомашина. Теперь, кто такой хахам? Хахам – это человек, мудрец, который узнал, что есть Бог, и он начинает изучать Тору. Тора – это от слова «учение» и от слова «свет». И он начинает божественные вот эти вот законы и понимание, и самоосознание, и то, как все это работает. Он начинает все это изучать. Это то, что называется в науке неокортекс, новая кора. И он начинает вот этой вот новой корой, он начинает узнавать разные правила, которые идут в противоречие с животным инстинктом. Например, то, что человек принимает правило, что он не может спать с какой-то женщиной, которая замужем, да, он это принимает как правило. А если она хочет, а если она сама приходит, просит, что? Ну, и никто не видит, и муж уехал. Так что, может, можно? А почему нельзя? То есть, если мы возьмем животное, чисто инстинктивное побуждение, то можно. Или, например, никого нету, лежит фотоаппарат на столе. Ну, лежит фотоаппарат, мне нужен фотоаппарат. Почему нельзя его взять? Ну, никто же не узнает. Почему нельзя взять фотоаппарат? То есть, когда человек надевает на себя систему каких-то правил, которые ограничивают его же самого желания, в этот момент, вот если он берет божественные правила, это называется хахам, мудрец. Значит, он одевает это сверху, и оно у него не держится. Не держится, оно не налазит. То есть, если твое животное, инстинктивное начало говорит, ешь все, что хочешь, а тебе Тора говорит, это кошерно, это не кошерно, это можно, это нельзя, то тебе, когда хочется кушать, тебе все время хочется скинуть вот эту систему ограничений. И чем больше тебе хочется кушать, тем она тебе кажется глупее. Вот эта вот религиозная вся история, она кажется, вот прямо с увеличением голода, прямо теряется в ней всячески смысл и рациональность. Понятно, да, идея? Теперь ксиль. Ксиль — это тот, у кого вожделение победили, и он вожделение срывает у него вот эту вот эту систему, и он говорит, я не могу соблюдать, то есть я не буду соблюдать. Грешник по сомнениям, он говорит, а что значит я не буду соблюдать? Да я все соблюдаю, просто система неправильная. Кто сказал, что эта система правильная? И вообще эта система, кто ее придумал? Вот Карл Маркс же, он сказал по-другому, этот сказал по-третьему, этот по-третьему. Я и в них во всех сомневаюсь, но как бы я не скажу, что я не соблюдаю. Я все соблюдаю, просто сама система неправильная, да? Это два типа грешника. Теперь дальше. Возвращаемся к 11 отрывку. Когда у человека поднимаются с его вот этого жесткого диска вот все вот эти вожделения, то есть у человека такое качество, которое называется дух. Дух — это намерение. То есть, как говорят, собрался с духом и сделал. Да, есть такое выражение. Так вот, у человека есть намерение, которое определяет, что, ну, в каком направлении он будет двигаться. Вот это намерение, он такой, я намереваюсь. И он вот этим намерением, он задает траекторию своего движения. Понятно, да, идея? Это дух. Теперь вот этот вот ксиль, у которого вожделение побеждает, у него этот дух, он сразу, вот он захотел, и он сразу, все, хочу, не могу, и у него, он туда пошел, сюда пошел, то хочу, это хочу. Его колбасит, вот это его намерение, оно вот так вот из стороны в сторону, он расколбашенный такой, да? Что делает мудрец? Мудрец, он все время все анализирует. То есть мудрец, он говорит, да, вот у меня сейчас всплыла у меня картинка, что я хочу там колбасы. Почему она всплыла? А, Искак же сказал, расколбашивается. Расколбашивается колбаса. Он такой, о, я понял. То есть у него намерение уже как бы оно пошло в сторону колбасу взять. Но он в этот момент своим самоанализом, он берет и он эти намерения, эти желания все... Он их гасит, потому что или у тебя идет «хочу», или ты размышляешь. Это как у мозга есть две разных функции. Пока, когда ты размышляешь, анализируешь, ты одновременно не можешь сильно хотеть и быть эмоциональным. Как говорят, что когда в одной семье, у одного раввина, не было никогда конфликтов, скандалов.
И его когда спрашивали, ну как вы можете, у вас же там жена и то делает не так, и все делает не так. И она там, ну, то есть постоянно она что-то делает не так. А вы никогда на нее не гневаетесь. Он говорит, вы знаете, я каждый раз, когда она что-то делает не так, я должен пойти проверить по Шулхан Оруху, или она не так, насколько она не так делает. И что я, говорит, пока я иду и проверяю в книгах, как я должен правильно поступить в этой ситуации, у меня уже проходит весь гнев, и я как-то рационально, ну, то есть я никогда не гневаюсь, потому что каждый раз рационально пытаюсь понять и собираюсь понять, как я должен поступить правильно. И в этот момент у меня уходит гнев. Это вот то, что здесь написано в этом 11 отрывке, что ксиль, человек, которым управляет вожделение, он сразу выпускает свое намерение и сразу его колбасит, он сразу делает. Но потом точно так же, если он идет на этой концепции, то у него тут захотел, там захотел, тут перехотел, там перехотел. И его вот так вот на этом хочу, его все время вроде и колбасит, вроде он такой активный, такой эмоциональный, все. Но в результате он нигде. А хахам, он рационально себе выстроил одно намерение. И он в этом одном намерении туда и давит. И даже если он давит по чуть-чуть, как капля капает на камень по одной капельке, она делает дырку в камне. А вот эти вот все такие вот резкие движения, но кратковременные, они дают резкий кратковременный результат и все. То есть шума много, результата нет. Понятно, да? Хорошо. 12-й отрывок нам говорит теперь о... Тут есть два значения. Значит, звучит это так. Мошель макшив альдвар шокер. Правитель. Мошель — это тот, кто властвует. Макшив — слушает. Альдвар шетер. Слова обмана. Коль мишартав решаим. Все слуги его злодеи. Вот когда люди читают Мишли, я вообще не понимаю, зачем читают. Потому что если просто притчи человек прочитает этот отрывок, вообще ни о чем. Правитель слушает ложь, все слуги его злодеи. И что это дает? Правитель внемлет словам лжи, и все слуги его нечестивы. Вот Эйтан уточняет, говорит, на русский переводят обычно так, что правитель внемлет словам лжи, и все слуги его нечестивы. То есть, ну, конечно, тут, конечно, смысл теперь поменялся. Теперь стало все понятно, кардинально изменился смысл. Теперь что объясняют нам наши комментаторы? Значит, ну, первое, про обычная система, как бы первый уровень понимания. Действительно, речь идет о правителе. Человек, который правит какой-то системой, он может править системой только на базе тех данных, которые он получает из системы. То есть, когда ты хочешь управлять каким-то бизнесом или управлять какой-то страной, ты должен получать адекватные цифры. Ну, цифры, адекватные факты о том, что происходит. И если твои слуги, то есть те, кто дают тебе цифры, они обманывают, то твои решения будут соответствующие. Но здесь самое важное, насколько ты готов вообще слышать ложь. Потому что правитель, если он хочет добраться до истины, до цифр, он доберется. Нет такого, что он не доберется. Известно, что Наполеон переодевался в простого человека, ходил там, искал, слушал, что люди говорят. Очень часто правители древности, такие, которые реально хотели править, и реально они этому, ну, с полной самоотдачей, как вот еще раз, я про Наполеона недавно просто читал, он спал 5 часов в день, и все остальное время он работал. Вот прям день и ночь, он кушал там трапеза 10 минут, и он все время получал информацию, цифры, оттуда донесения. И он анализировал эти цифры и, значит, с ними работал. Но что происходит, если правитель, он один раз его обманули, второй раз обманули, третий обманули, или он просто не хочет знать правду, да? То его все окружение, они начинают все больше и больше врать, обманывать. И вот на сегодня, например, тоже выборы вот сейчас в Украине, такая актуальная тема. И даже если Зеленский будет президентом, да, вся система-то не поменяется. Чиновников, чтобы было понятно, чиновников, которые управляют государством на всех уровнях, их там 50 тысяч, 100 тысяч человек. Что один президент может поменять, он с собой приведет 100 тысяч человек. Где он возьмет 100 тысяч человек? Да. Он нигде не возьмет 100 тысяч человек.
Его окружают 10 человек, которые дают ему всю информацию. Он сам с этими 10 людьми взаимодействует. И если, хотя, если эти 10 будут честными, но у каждого вокруг еще 10. А у того у каждого вокруг еще 10. А у того у каждого вокруг еще 10. Если внизу все обманщики, то даже тот, кто наверху, он не обманщик, то его, его обманут. То есть он все равно получает информацию от кого-то и все. И тут как тут ни крути. Поэтому по-простому сказано так, что тот, кто властитель, слушающий обман, все его слуги злодеи, потому что они ему дают обман. И если он этот обман ну, как бы один раз принял, то они дальше будут его сильно обманывать. Если он его не принял, то ему придется воевать со всем своим, в первую очередь, окружением и сделать себе честное окружение, что, в принципе, очень тяжело. Но здесь есть более глубокий, так как Мишли... Сколько этих царей, властителей, их мало. А людей, которые должны изучать Мишли, их много. Так здесь имеется в виду еще про себя. Кто у человека Мошель? Кто у человека властитель его? Кто властитель? Вот интересно, властитель кто? Властитель, когда человек принимает решение сознательно, он реально принимает решение или нереально? Вот вопрос. Это вопрос. Так по факту это нереально. Почему? Потому что тот интеллект рациональный, который является вершиной айсберга, который обрабатывает 7 плюс-минус 2 единицы информации, это вот это сознание. Когда ты в этом сознании принимаешь решение, по факту у тебя внутри уже решение принято. На уровне желаний, на уровне твоих убеждений, на уровне твоих принципов, которые уже внутри у тебя заложены. И дальше ты в рациональном своем вот этом вот маленьком-маленьком верхушке айсберга, то, что ты можешь обдумать, ты это решение просто должен себе как-то объяснить. Но оно уже принято в твоем сердце, то, что называется мудрецов сердца. И когда Мошель слушает слова обмана, а он, это слова обмана всегда звучат в голове. Вопрос, ты их слышишь или ты их не слышишь. То есть, поэтому еще раз, чем отличается цадик от мудреца? Мудрец просто знает, а цадик делает то, что правильно. И вот, то есть система управления, говорится так, что Тора – это свобода. Единственная свобода, которая есть, это Тора. Но в чем она заключается? Что ты переносишь правила управления собой и своей жизнью из себя, из своего внутреннего мира, во внешний мир, в систему установленных Богом правил. Понятно, да? То есть ты не выбираешь, потому что если ты будешь выбирать, то ты все равно обманешь себя. То есть, когда человек, у него внутри идет желание в одну сторону, в другую, и он пытается рационально, он всегда себя оправдает и сделает так, как он хочет. И это будет все время обман. Если Мошель, правитель, да, тот, кто правит собой, он идет на поводу своих вот этих вот подсознательных импульсов, то тогда он должен знать, что сердце человека зло с рождения. То есть внутри властвует Ецарара. Все желания, вся вот эта система визуализации внутри, когда всплывают все вот эти картинки и так далее, все это обслуживает Ецарара. Злое начало. И если ты хочешь принимать реально решение, как сказал Бог, то есть только одна вещь. Шулхан Арух, Тора, посоветоваться с раввином. То есть должна быть внешняя система управления, а не внутренняя. Понятно, да? Мошель Макшиваль Двар Шейдер, тот, кто правитель, слушающий слова лжи, он должен знать, что все его мешарта, внутренние его все силы, они злодеи. То есть они реальные злодеи, которые тебя тянут куда? К могиле, к потере, ко всему. Такая вот история. Да, это второй глубокий такой более смысл. Теперь 13-й отрывок. 13-й отрывок, он звучит так. Раш ваиш техахим невгашу. Значит, раш – это бедные. Иш тохахим – это обманщик. Невгашу – они столкнулись, встретились. Мэйр эйнейш нейм ашем. Значит, освещает глаза обоих Бог. Бедные с обманщиком встретились, и, значит, глаза обоих... Бедные и притеснители встречаются, точка с запятой, свет глазам обоих дает Господь. Значит, перевели, что бедный и притеснитель, а не обманщик, встретились, свет в глаза обоих дает Бог. Значит, что это значит? Давайте посмотрим, что это значит.
Объясняют комментаторы, я посмотрел несколько, там есть разные линии, но вот более такая понятная линия в следующем заключается. Раш – это тот, кто родился бедным, то есть тот, у кого не было денег никогда. Есть Даль – это обездоленный, тот, у кого были деньги, и он их потерял. Теперь Техахим, вот это слово, да, переводится, это обманщик, который обманывает, да, который пытается заработать деньги обманом. И тот, кто пытается заработать деньги обманом, то у него рано или поздно, вот у меня за последнее время было несколько очень людей, которые резко разбогатели, и потом они, бах, теряли деньги. То есть тот, кто быстро богатеет, и где-то он это делает чуть-чуть там, где-то, не совсем обманом, но не совсем и честно, да, то рано или поздно у него этот пузырь лопается. Лопается этот пузырь, и люди теряют деньги. Теряют деньги, и что дальше происходит? Глаза обоих освещает Бог. Значит, Бог дает каждому понимание очень четко, что происходит. То есть каждый человек, он может посмотреть вокруг. Он может увидеть тут уроки, тут... Вот открыть любые новости, любую статью. Ты открываешь любые новости. Что ты видишь там? Ты видишь там, что, например, из последних новостей таких, там, третья по богатству женщина России погибла в авиакатастрофе. Разбилась на частном самолете со своим отцом и там еще пару человек, да? Вот человек миллиардер, например, да? Там у него было около миллиарда долларов. Бах, летит на своем частном самолете и, значит, она погибает. Погибает. Значит, что может понять простой человек, который всю свою жизнь стремится к миллиарду? Он может понять, что даже если он у тебя есть, ты в любой момент можешь просто исчезнуть. И что тогда этот человек, если он сядет и подумает, вот я стремлюсь к миллиарду, вот я стремлюсь, миллиарда пока нету, я к нему стремлюсь, как бы живу я в постоянном недостатке, не хватает мне миллиарда, да, вот что за жизнь у меня, все время мне не хватает. Потом будет у меня миллиард, хорошо, будет миллиард, давай посмотрим на жизнь миллиардеров, да. И он, значит, посмотрит, это на самолете разбилось, этот развелся, Джефф Безос развелся, у того такая жизнь, у того такая жизнь, и он думает, но открыто же все. Бог освещает глаза каждому. Надо увидеть, что миллиард абсолютно не является гарантией ни счастья, ни здоровья, ни жизни, ни гармонии, ни вообще ничего. То есть миллиард – это мифическая некая цифра, да, которая, есть миллиард, нет миллиарда. И человек может же это увидеть. Может увидеть, правильно? Человек встречается каждый день. Я уверен, что вокруг каждого из нас есть люди, которые... теряли деньги, у которых нет денег, у которых есть деньги, у которых там больные, успешные, умирающие, оживающие и так далее. И если просто остановиться и посмотреть вокруг, то оказывается, что любая погоня за чем-то, она не дает человеку ничего. Кроме того, что он загнал себя сам в состояние недостатка своими мыслями. И дальше он любыми путями пытается этот недостаток восполнить, иногда через обман. По ходу дела он чаще всего не достигает своих целей, большинство целей у людей не достигнуты. Общество, оно его качает какими-то непонятными шаблонами там, успеха, продажи. В общем, это полностью мы живем в мире лжи, то что называется. Да? И когда встречаются бедные с обманщиком... И они вместе встречаются, то они могут понять, посмотрев друг на друга, что обманщик может понять, что никак он не избежит этого. Бедный смотрит, вот он обманывает, вот он старается, ничего не получается. То есть человек должен совершенно спокойно понять, что у него есть то, что есть. Он должен то, что есть, максимально ценить, радоваться, быть благодарным. Он, естественно, должен ставить себе какие-то цели, потому что жить без цели тоже неорганизованно получается и непонятно. Но жизнь человека, она очень краткосрочная, в любой момент может остановиться. И обязательно нужно ее наполнить духовной составляющей, заповедями, Торой. Вот Шаббат нам дает возможность каждую неделю остановиться, получить именно удовольствие от того, что есть. Просто вот 24 часа побыть в таком вот состоянии, как... Говорится, что Шаббат это как он похож нам напоминает о грядущем мире, да, Мейн Олам Аба. Что вот ты никуда не спешишь, у тебя ты себе все подготовил, подготовил еду, которую ты любишь, именно знаешь, на Шаббат надо готовить еду, которую ты любишь.
подготовил себе вот такое вот 2-4 часа, чтобы можно было отдохнуть, поспать, поучить Тору, пообщаться с близкими. Никуда ты не спешишь, нету окружающего мира, никто тебе не может. Отключен у тебя интернет, отключен у тебя телефон, все у тебя отключено, есть только ты и тот мир, который вокруг тебя. И ты вот этот мир, который вокруг тебя и в тебе, это единственное, что у тебя есть. Или ты себя подвешиваешь на какие-то внешние крючки, непонятно кого, да, и у тебя в голове вместо твоего мира крутятся миры всяких там маркетологов, каких-то там фильмы тебе в голову качают, какие-то мультики тебе качают, какие-то выборы тебе качают. Это не твои выборы. Я тебе так скажу, что вот эти выборы, они вообще к нам не имеют никакого отношения, потому что какие-то люди решают свои вопросы, причем они решают именно свои личные вопросы. Нету там вопроса ни страны, нету вопроса там ничего. И с личным вопросом, кто победит, это как бой какой-нибудь, чемпионат мира по боксу. Да? То есть сейчас есть только вопрос, кто победит, кто станет чемпионом и кто дальше будет бороться за то, чтобы свое чемпионство удержать в следующий там, период времени. И если народу перепадут какие-то крохи, то да, но это все делается именно для того, чтобы удержаться у власти, а не для того, чтобы действительно что-то сделать хорошее. Все, вот такая вот для меня выводы из сегодняшних трех отрывков. Давайте еще раз подведем итог, что у человека происходит первое вывод какой, что автоматизм, он плох по определению. То есть это автоматизм, он больше всего управляется злым началом. Второе, что если ты веришь этим всем импульсам, словам и так далее, второй отрывок, то есть тот, кто властвует, он должен четко понимать, что вот тот сигнал, который идет и извне, и изнутри, снаружи, и снутри, весь этот сигнал, который идет, он ложь, он обман. Если ты в этот обман включаешься, то тебя все равно ведут куда-то на бойню, знаешь как, в любом случае. То есть мир окружающий тебя ведет к тому, чтобы ты вытащил из кармана все свои деньги и занял, и купил. Это цель всего контента, которым нас грузят СМИ, телевизор, там маркетологи, любой звонок по телефону, встреча с другом сейчас тоже превращается в то, что он тебе хочет что-то продать. Если он там в какой-то компании MLM, примерно он тоже тебе что-то продает. Или он тебе продает неосознанно, потому что любой сейчас продавец, он специально его запрограммировал в момент покупки, чтобы он стал твоим. Я же книжку написал про продажи. И там цель любого продавца, чтобы твой покупатель стал твоей витриной. Я людей обучаю, как это делать. То есть вот мир движется по вот этой траектории, твой внутренний мир движется по траектории вожделения, которые они просто в тебя запрограммированы, и они требуют их удовлетворения. То есть у тебя изнутри тебя драйвят твои вожделения, снаружи тебя драйвят продавцы всего чего угодно, чтобы ты достал все свои деньги, чтобы ты себя чувствовал несчастным, пока ты не купишь их вещь. Бьют на боли, там целая манипулятивная машина работает с экрана любого, да, тебя прям на боли твои, бах, вот больно тебе, а я сейчас тебе таблеточку предлагаю, главное достань вот эту сумму денег, и тебе будет хорошо. Так, ну, все же продавцы так продают. И, значит, вот такая жизнь у человека. И если он хочет от этого освободиться, он должен стать осознанным, то есть он должен впустить свет Бога в себя и начать управлять собой по Торе. Тора – это учение и свет. И тогда ты реально выходишь на свободу. То есть эти все стимулы продолжают работать, их ты остановить не можешь. Но ты как бы над ними взлетаешь, и ты смотришь и смеешься над всем этим миром, который тебя пытается сделать несчастным и заставить бежать вместе со всеми в общем направлении. И ты точно так же смотришь на свои вожделения и говоришь, да, они есть, но не они мной рулят, а я рулю ими. Все, шаббат шалом, чтобы мы в шаббат учились это делать, прямо вот так вот зависать в состоянии высшей осознанности, присоединяться к Божественному Свету и с Божьей помощью, чтобы при этом окружающий мир нас не испытывал, потому что бывают испытания большие, бывают испытания маленькие, но чтобы они были маленькими лучше. А лучше, чтобы их вообще не было, такого не бывает, но как бы, чтобы вот это давление окружающего мира и внутреннего мира было небольшое. Все, шаббат шалом. Удачи, успехов, напишите свои выводы и, значит, с Божьей помощью, чтобы хорошо прошел шаббат.